Здравствуйте, это мы. Я Алексофия. Это ДБД. Вам же еще не надоело ДБД? Ой, кстати, я... напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях. Счастье-то какое. Давайте его добьем. Найдем и добьем. Почему в этой игре нельзя? Тоже. Это чисто случайно вспомнил одной игре, которой нет. Который? Fall Guys. Не знаю такое. Что там? София? Нет, не знаете? Я знаю, что там. А. Что за игра? Не просто. Ну нет! Ой, хоть не любимая карта. Да блин, она открытая, как сердце влюбленного мальчишки. Что это? Открытая разве? Конечно, вся карта открытая, блин. Все как на ладони. За километр, видать. А то снег на улице. Здрасте. Вы кого-то слышите? Я вообще никого не слышу. Бать. У меня такое ощущение, что он в каком-то снеговике прячется. Ой, это темчик нашел. А ты где? Я? Ой, Софья. Блин, жалко. Да не ты. Где манта? Я снова беззвучный какой-то, что ли? Не знаю, я вообще его не вижу. Такое ощущение, что он где-то на месте стоит. Только в подвал не спускайся. Это ты мне? Да. Хорошо. А-а-а! Это Фейс! Вот это вообще внезапно было! Прямо из-за угла, прикинь! Вот это вообще внезапно было! Блин, Фейс на этой карте? Это ты вообще-то зачем? Понятно. Серьезно? Ага. Серьезно, их два. Ага, и встала рядом со мной. Зачем же ты стоишь-то рядом со мной? Ой, дура. Лучше б сняла. Встала рядом со мной, постояла, получила по щам. А, она тоже ушла? Мы с тобой вдвоем. Она ливнула, да. Да, я спросил. Он здесь? Простите. Я выкинула. Ты тебя-то выкинула, а тут челик просто взял и свалил. Понятно. Когда его ман по щам надавал. Это опять Фейс был. Я поняла. Я бегу, ничего не слышно. У него пугающая тряска. А, блядь, здесь, блядь. Разряд. И барбекю челик. А, ну и добивай. У него эбеновый. Ага, понял свою ошибку, я свою ошибку поняла. Нет, я ошибку поняла. Нет. Барбекю и что-то еще. Там была палетка. Ярик и Щелюк. Будешь сдаваться? Ты что, меня на стул хочешь посадить? Ты пройти не можешь, что ли? Он пройти не мог, прикинь. Из-за кресла. Ну я сдаваться не собиралась, конечно. О, хорош, я убежала. Блять, беги. Он отпускает? Нет, он не отпускает. Думаешь? Нет, я прям уверена, что он не отпускает. Ты чего, он за мной бежит сейчас. Ай, ну чуть-чуть не хватило. Ну, палетка же! Ну что ты такая крыса? Ну, а, не успела!
Я заметил, кажется. Ай-яй! Ай-яй! Ярик, хочешь, я сдамся? Подожди, подожди, подожди. Еще рано, еще рано. Не, не рано, он за нами. Да. Он за мной. Ой, я в тупике. А почему за тобой? Для чего я лечусь? У него завтра есть что? Да ладно, мне уже чуть терять. Угу. Он тебя потерял? Нет, он за мной. В смысле, вы до сих пор бегаете? Да. А где генератор-то? Опа! Такой рядом. Угу. Я пойду, сюда пойду. Там и тут, генератор я найду. Ой. Ой, его. Это, кстати, БПшная маска, костюм. У тебя что, уронил? Да, кивает мне. Типа, вырывайся? Да. Почини. А меня так можно? Да, можно. Приходи к нам. А я приду, сейчас он меня убьет. Не, подожди, мне интересно стало. А прикинь, если меня убьет реально. Mm-hmm. Это будет весело. Смотри, я к вам подхожу. Отпусти, отпусти. А мы долго так будем делать? Не знаю. Отпусти. Софи, тебе включить? Хочешь скинуть на него? Скинь на него. Он просит? Ты просишь скинуть? Пожалуйста. Я чувствую себя игрушкой в его руках. Сказать, что он делает? Оглядывает. Да. Софи, тебя включить? Она вышла. А. Ну кого убьешь-то, меня? Ты что делаешь? Кинем. А, понял. Я реально чувствую себя игрушкой. Ой, это я случайно. Ой. Софь, ты с нами? Ага. Включить? Да не надо. Короче, он над нами издевается. Нет. А где генератор? Меня выхилил. А, тебя выхилить надо? Иди, иди сюда. Подожди, подожди, подожди. Показывает. Куда? Вот он, генератор. А. Не, он, по-моему, палетку показывает, нет? Возможно. Ты нормальная? Мужчина, ты нормальная? Иди урони на него аптечку. Пишку? Ну. Ой. С одной стороны, конечно, это интересно. С другой стороны, надоедает немножко. Потому что хочется поиграть уже катку и типа все. Очень интересно.
Ой. Ой, ты в меня вошла? Да. Ты следи за ним, следи, следи. А, поздно. Да, он сейчас меня замиментит. В окошко смотрит на нас. Ага. И чё, тебе там нормально? Хорошо? Смотри, птички твои прилетели. Так, не какать тут на футболку, на рубашку. Интересно, он кого-нибудь добьет? А вы куда? А ты вешать будешь? Да, да, буду. Ты снимай. Вон оно что. Не понял. Снимай. А вон счет ведет, я надеюсь? Ну, видимо, да. Не, ну допустим. Бежим. Куда? А, не знаю, куда бежать. А где генератор-то? Он покажет нам. Бежим. Ты покажешь нам? Бля, чувствую себя реально игрушкой в руках монстра. У него же есть добивание, Ярик. Да, я знаю. Я чувствую, что он, кстати, кого-то из нас добьет. А, здесь. Давай. Я так понимаю, он не решил кого. Ты его спалила? Не знаю, я на него смотрю. Ну ладно, отвернусь. Я отвернулась. Да, он еще не включил просто. Привет. Кого-то еще бить будет? Понял, у вас свои фокусы. Так, а где генератор же? Ты сам покажешь? А, еще? Скидывай. Еще уронить? Скидывай. Понял, вопросов нет. Вот он здесь есть, Катя, здесь, он здесь. Да я вижу. А, он от того, в смысле. Давай другой. Давай другой. Еба прикол. Иди сюда, иди, иди сюда, смотри. Молодец. Где генератор-то? Чё-то не вижу. Так. Ярик, а ты далеко? Я в библиотеке чиню. А ты уже чинишь? В смысле? Я не понимаю, мне вырываться или нет? Да, вырывайся, вырывайся. А, ну так это тот самый генератор, которым, около которого он меня поймал. Я вот так сидела к спине, к той. И он меня из-за угла прям такой бамть. Смотри, кресло лупит. Все-таки интересно, замементит кого-то или нет? Сейчас узнаем. Сейчас. Вот, вот это вот взаимное доверие, я люблю такое. Как он странно выглядит. Ну. Ой, есть рядом. Есть рядом. Понял. А мементи-то будет? Не знаю. Наверное, прям в воротах, наверное.
Там типа вы сбежали, а на самом деле нет. Ну он вот там вот идет за нами. Что-то непонятно, сидит, смотри, за углом. Я бы ему не доверяла. Беги. Пока-пока-пока. Да, он говорит, что отбегайте. Окей. Я обожаю вот это взаимное доверие, конечно. Он с подозрением смотрит на нас, мы с подозрением смотрим на него. Да ладно, я что, 3 золотых получила? Ну ладно. Ну он такой прям мощный. Ну он, видимо, знаешь, такой подумал, блин. Двое или может? Двое, да, как бы. Разорвано соединение, поэтому что там бегать уже. Ну спасибо.